На столичной улице 31 августа начался ремонт. Дорогу и тротуар проложат с нуля. По проекту заменят бордюры, пешеходную зону выложат плиткой, обустроят парковочные места и даже двустороннюю полосу для велосипедистов. Комплексные работы проводятся сейчас также на улицах Александра Чулбун и Тигина. Общая стоимость ремонта всех трех центральных артерий города – 12 миллионов евро. Улица 31 августа 1989 года – одна из самых поврежденных в историческом центре столицы. Капитального ремонта здесь не было со времен Советского Союза. Несколько дней назад дорожники приступили к работам на участке между улицами Петру Мовила и Сергея Лозо. Пока снимают старый слой асфальта и делают замеры для проектировки новой дороги. Живущие и работающие в этом районе люди говорят, что ремонт здесь давно просился. Покрытие тротуаров местами дыбом стояло, проезжая часть в ямах и колдобинах. Я работаю тут с 95 года. Капитальный ремонт тут не производился, он еще с советских времен. Все латки на латках было, и ну что, он даже туда можно посмотреть дальше. Куски. Это, конечно, надо сделать уже капитально. Я работаю в больнице скорой помощи, и, конечно, эта улица нуждалась уже в ремонте, чтобы она была более комфортабельной, удобной, чтобы можно было подъезжать. Но сейчас немножко дискомфорт, но это приходящее. Мы и так твои сейчас к этой амбуланции, сын, к этой... А ты когда? Ну, перерывай. Требовала репарации, мочка. Так, сантвенитор. По словам властей, ремонт будет проводиться поэтапно, чтобы не парализовать движение автотранспорта в Кишиневе. На время ремонта будут перекрываться только отдельные участки. Параллельно ведутся работы на улицах Александра Чулбун и Тигина. Проект комплексной реконструкции всех трех улиц обойдется в 11 миллионов 800 тысяч евро. Деньги выделил Европейский банк реконструкции и развития и Евробанк инвестиций. А до апарта де проект финансата де Берчебеи, который же пропуника объектив репарация каросабилului, репарация тротуарилор din perete în perete, adică pe tot segmentul drumului, inclusiv renovarea sistemului de iluminat public. Avem câteva porțiuni unde проекту проведет и репарация канализации плювиале. На улице 31 августа будет оборудована и велосипедная дорожка, которая соединит основные столичные парки. Шануме дезволтаря уней писте ин дублу сенс пентру бичиклишти, кари ва фи аминажата дин конту каросабилуй. Și aici vom avea deplasarea doar pe o bandă de deplasare pentru transport și o altă jumătate de drum va fi dedicată deplasării bicicliștilor în dublu sens. Își propune ca obiectiv conexiunea parcului Valea Morilor cu parcul de Andrariu. Ремонтные работы планируется завершить через полтора года. По словам главы столичного управления транспорта, в скором времени будут отремонтированы и другие важные улицы Кишинева. Luna curentă va fi finalizat elaborarea proiectului Mircea cel Bătrân, conexiunea cu strada Bucovinii. Acest obiectiv, în principiu, va finaliza acel proiect frumos care există astăzi la Ciocana, și anume Bulevardul Mircea cel Bătrân. Un alt proiect foarte ambițios și foarte valoros este și executarea lucrărilor pe strada Mesager. Acest proiect propune conexiunea străzii calea Ieșilor cu strada Albișoara și încadrarea acestui tronson în sistemul de pod Mihai Viteazu și inclusiv crearea опционов для деплосаре околинд зона центрального муниципалитета Кишинев. Также в этом году муниципалитет планирует капитально отремонтировать индустриальную улицу и мост на Михай Витязол.